Давайте с вами познакомимся. Фамилия, имя, чем занимаетесь? Добрый день, Егоров Владимир Юрьевич, этнокультурный центр «Колосвет». Занимаюсь возрождением и популяризацией народной культуры. Даже кот Баюн не смог усидеть на месте и пустился в пляс вместе с хозяевами сцены. А прекрасные берегини не просто пели песни, а погружали зрителя в дела давно минувших дней, предания старины глубокой. Я думаю, что такие визиты очень важны, потому что я бы их назвал народной дипломатией. То есть это не организованное что-то сверху, а просто друзья вот пригласили, соорганизовав здесь для меня концерт. И мне, конечно, это очень приятно, потому что это идет на уровне народа. Вот мы, например, были на Камчатке, тоже фактически недавно. Там также получился очень замечательный такой обмен творческими энергиями. Так, начинаем играть. Так. Так. Ну сильнее ты. Конечно, выйдет Лещка. Все, вот все, она выиграла, молодец. Правая вперед, левая в бок. Эти доброправедный сварог, дуй, подуй, дашь Божьего мамушка, жива, жива. И пойдемте с нами. Жива, жива. Сегодня будет присутствовать одна из граней моего таланта, не могу вас заметить, заключающегося в том, что я буду импровизировать на ходу, то есть я буду играть на фортепиано темы, которые будут загадывать зрители, и будет тут же рождаться музыка. Я это очень люблю, а потом уже поговорим, попоем о русской народной культуре, о земле нашей великой, о свете. Я тоже тебе желаю здоровья, счастья. Спасибо вам огромное. Вот так. Ну, молодец. Альбина Харченко, да. Наша будущая звезда. Спасибо.